Так, банов не будет. Будет автотюн. Ладно, будем максимально предвзято относиться, потому что там есть строки про меня. Да, реально, Вилон, Лил Морти, Хесус. Ага, забавно, кстати, вот эти два кадра влетели сюда, это очень забавно, блядь. То есть, когда Мазелов что-то предлагал, то, в принципе, можно и занятым побыть. Ну да, понял. Молодцы, ребята, очень круто. Так, ну погнали. Так, ну это минус из Воронина. Развитие. Плюс-минус, сука, соси пинус. Майкл. Знаешь, о чем я базарю, когда я базарю о том, что трахаешь лучше. Сука, ебется, блядь, лучше. Сука, ебется, блядь, лучше. Вот на втором треке он уже пободрее, и мне басуха нравится, кстати. Басуха сочная пизда вообще. Окей, в этом может быть что-то есть, правда. Короче, я вам просто скажу вкратце, что ГГНБ это ебать имба работа была, возможно. Не, ну мне вот это зашло, кстати, я не знаю почему. Я вообще ненавижу, но тут минус какой-то прикольный очень. Ну и басуха сочная, это первое, на что я смотрю. Но я бы вот это даже послушал в тачке, посмотреть, как пердеть, правда. Вот это второе неплохо. Тут сочетание голосов прикольное. Так, второй трек неплохо, первый вообще какая-то хуйня, ебать, вообще из-под говна. Так, вот тут. О, сейчас залью вам санины, ваши прекрасные уши. Эти 40 секунд буду развлекать вас. Бикини ботом. Для меня главная семья, у меня синдром Торетто. Ты настолько сирота, что скачал ее с торрента. Пока ты скамил нищих, я развел с камеров с Даркнета. Я стану круто лысый, называй меня Том Реддл. У меня огромный нос, как члену. Ебать, ты мне делаешь отсос, иди нюхай бебру. Я как... Не, я понял, тут будет строки под меня, но это пи***ц вообще какой-то, блядь. Ладно, если это была задача, чтобы я порофлил, пи***ц. Поймал Таню на шарике, да, я прогадов обое. Вы чё, сука, не шарите? Каждый... Ну, а кто ему этот текст написал? Да пи***ц какой-то, блядь. Без звука слушать самое оно. Ща, погодите. Меняю обувь, но я ведь не Вовчик. В складе куча долбоебов, только шеф там топчик. Вы 89-й сквад, вы ебаные попусты. Спиздил Шадукека и Жожу, в ваших рядах пропусты. Я бы разъебал русский твич, но меня выгнали с России. Хотел вернуться назад, но... Тихо, не мешать. Меня? Просить забыли. Твоя тёлка села на лицо, я ее забустил. В моей жопе будто снова 18, но я не Слава Бустер. Я на беде такой крутой, как на твиче корейка Даша. Я нахуй я такой крутой, прям как твоя мамаша. Фул ебан какой-то, блядь. Вот, ну, я имею в виду про смайлик. Это фул ебан прям. Вот описание моих эмоций, типа. Звучит пи***ц как колхозный рафляна, блядь, одновременно. Типа, окей, с этого покекать можно, правда. Правда, меня заебал Детройт помойный, блядь. Извини, грамоть была лишняя, но... Так, ну-ка дальше. Грязные типы мне похуй. Хочешь тут напасть? Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Уходи сам, запах, где вкусно. Она хочет трогать меня тут. Но я тебя сюда не пущу. Но я тебя сюда не пущу. Хуй,
ты сюда придешь, Люха. Прости. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Она хочет трогать меня тут. Но я тебя сюда не пущу. Но я тебя сюда не пущу. Ой, бля. Уже, бля. Да, я база есть, но базе как раз я лазер. Направил на тебя лазер. Твоя жизнь кончилась. Мир, это война, эй. Я бы хотел, чтобы всем фанам поставили бан, эй. Это контрабанда, yeah. Какой же, сука, автотюн, б***ь. У всех уебанский. У плохого парня, кстати, нормально с автотюном. Прям прикольно даже выходит. Остальные так уебично звучат. Это просто пиздец. Короче, ладно, окей. Из всего альбома мне зашло второе. Я даже дослушивать не хочу, потому что, бля, мне это, ну, это не звучит нихуя. А второй трек реально прикольный. Какашка. Реально получился. Первый я, блядь, вырубил. Третий вышло кикандово, я, блядь, кекнул. Посмеялся. Это, конечно, хорошо, блядь, цитата, блядь, про то, что там лохи, подсосы, и особенно хорошо, когда ты пизданул, что ты подбросишь и не подбираешь, но ты подобрал. При этом написав мне, что я, наверное, его возьму. А так, в принципе, хуйня какая-то, блядь. Кстати, уже сам себе, кстати, хуйню придумал и сам же ее и нарушил по принципу, типа, как-то так. Но мне, типа, похуй, поэтому как бы ничего про этому поводу и не говорил. Панчи прикольные, но с Авилоном вышло смешно. Это, наверное, блядь, и должно было быть смешно. Но если тут пять, нахуй, сука, это говноеды, блядь, пишут, это рофл. Тогда меня-то серьезно, блядь, оценивали, блядь. Обезьяны вы ебучие, бля, я не пойму. Я так понимаю, любую хуйню можно сказать, это рофл, типа, и все, вы сожрете, блядь. Давайте я с Мазеловым попержу в микрофон, блядь, скажу рофл, а вы будете сидеть, слушать и оправдывать меня везде. Охуенно, я так же хочу. Какие же вы дети конченые просто. У вас головой, наверное, проблема, блядь. Вам любую хуйню можно рофлом оправдать. Ну это рофл, блядь. Да нет, чел, тут как бы рофл трек только один, это, блядь, Вилон. Все, больше рофла треков нет. Ну и с Хесусом, наверное, потому что они не рэперы. То есть, ну, по моим эмоциям видно было, где был рофла трек. Все остальное это хуета. Ну и второй прикольный, реально, я бы послушал. Даже добавлю на некоторое время, чтобы чисто посмотреть, как пердеть будет в машине, потому что басуха сочная. А третий смешной, а все остальное я не хотел. Ну вот, блядь, с Хесусом не очень вышло. Я еще раз послушаю. Ну это какая-то хуйня, блядь, никакой нахуй, ты просто играешь в Майнкрафт, чел, ты че, блядь? За тема такая ебаная, почему Хесус про Майнкрафт начал читать, блядь? Я не знаю, он бы мог, вот ему как раз, надо было бы зачитать о том, какой он пиздатый. Типа, что я, блядь, там, не знаю, езжу, блядь, где-то на дорогих тачках, потому что он может себе позволить, там. Он живет в Сити, потому что может себе позволить, от него текут тёлки, потому что он может себе позволить. Вот эта тема на нем была бы прикольна. Он, блядь, про Майнкрафт какую-то хуйню, блядь, ебанул. Господи, блядь, ну ладно. Ну это мое, блядь, не экспертное мнение, похуистичное, но я просто такую музыку не слушаю обычно, поэтому сори. Не, если деду не делали автотюн, хотя он тут, по-моему, есть. А, не, реально без автотюна, охуеть. Не, есть, чуть-чуть есть совсем, в некоторых моментах. Не, ну у плохого парня звучание нормальное. Вот это единственный, наверное, чел, кого с автотюном не противно слушать. Что-то такое, блядь, забугорное качество, блядь. Но остальных бы я бы под этот автотюн не засовывал, какая-то хуйня выходит. Хуй ты сюда придешь, Люха.